Телегин, тут у нас такое творится. Инженеров не хватает, рабочих тоже, оборудование он старое, сами видите. Да и жалования, сами понимаете, слезы одни. А мы должны давать не больше 23% брака. Это же очень большой процент. Получается, почти каждый четвертый снаряд бракован. Голубчик, ну нам-то что за печаль? Чем больше брака, тем меньше убийств, я так считаю. Австриец, он ведь тоже человек, у него тоже есть жена, дети, фикусы на подоконнике. Струбов, пожалуйста, придите в себя. Я воевал, я был ранен. И в плену меня приговорили к расстрелу, вы несете какую-то чушь про фикус. Вот видите, вы меня уже почти ненавидите. А вся та разница между нами в том, что вы были на войне, а я нет. Вы воевали, для вас австрийцы враги, но для меня они обычные люди. Мы оба с вами правы по-своему, но в этой правоте пропасть между нами. Не все австрийцы для меня враги, но те, что воевали и держали нас в плену, враги навсегда, и по-другому быть не может. Ах ты, господи, опять затеялся спорить. Стачку! Управление должно принадлежать рабочим! Угнетатели! Под суд! Заводил у них рублев! Сколько можно пить пролетарскую кровь? Возьмем управление в свои руки! Возьмем управление в свои руки! Рублев! Рублев! Голубчик! А что вы будете делать с заводом? Как что? Корабли будем строить, как и раньше. А вы умеете? Я с малых лет за станком. Ты умеешь точить детали, я верю. Но все остальное требует образования, определенного опыта, одного революционного пыла и ненависти. Мало, мало! Сначала победим, а потом научимся всему! Как вы могли это допустить? Вы же офицер русской армии. Братавец. Братавец Вадим Витальевич. В массовом порядке с этим ничего невозможно поделать. Ходит к немцам в гости, как к себе домой. Возвращается пьяный. Потом не хотят с ними воевать. Рощин, голубчик. А что бы вы сделали на моем месте, а? Расстрелял бы перебищиков, чертовой мать. Пьяный в стельку, ваше благородие. Не могу же я расстрелять целый полк. Единственное, что могу, не пускать австрияк в наш окоп. А это что такое? А ну-ка, дай-ка сюда. Тихо. Это наш, не стреляйте. Ну да, наш. Каску в немецких окопах выменял. Да он мне под трибунал пойдет. А вы тогда его лучше расстреляйте, Вадим Петрович. Все одно помрет. От цинги или от тифа. Знаете, чем наших солдатиков здесь кормят? Жидкими щами с тухлым мясом. И кашей с ржавой селедкой на 19 копеек в день. Вот так. Ну и что из этого? Воевать хотите,
пометок, скорее бы все это кончилось. Голубчик Вадим Петрович, представьте, я перестал понимать, за какие идеалы я здесь воюю. Марфуша! Марфуша, что случилось? Царь от престола отрекся. Царские министры арестованы, власть переходит ко временному правительству. Я недавно с фронта. Понятно. Что происходит? Так революция, дружище, революция. Ты что, рад? Конечно, перемены всегда к лучшему, а ты нет? Я думаю, не все перемены. А, ну я понял, ты обыватель. Я журналист. То, что происходит, для меня материал на первый полос. Страна гибнет, а у тебя повод написать статьи. Слушай, ну профессия такая, что делать? Ладно, обыватель. Я побежал на Выборгскую улицу, там, говорят, полицейские участки громят. Ты со мной? Нет. Ну, ты, береги себя. Революция! Не указ, теперь мы сами себе начальники. Не указ вы нам.
Да хватит, находились в подвале. Значит, если революция, то и лечиться не нужно, да? Думайте сами, а все пройдет. А мы лечимся, пожалуйста. Знаете, не хотите лечиться, можете хоть сейчас уходить из госпиталя. Но если вы хотите быть здоровым... А толку-то в этом здоровье-то, а? Чтоб нас обратно на фронт послали, да? Нет уж. Правильно. Куда мы больше не вернемся? Правильно, господа, правильно. Отвоевались. Ну да, чтобы на войну не отправили, лучше всего сейчас помереть. Господа, когда вас отсюда выпишут, вы будете делать все, что вам угодно. Но покуда вы здесь, будьте добры, соблюдайте порядок. Расходимся, да. Знаете, что сейчас делает Маруся? Что? Перестилает постели в одиночку. А потом она выстирает, высушит и выгладит все белье своими руками. Почему своими? Потому что санитарки бастуют. Но Маруся об этом ничего не говорила. Конечно, не говорила. Она ведь не хочет вас расстраивать. Она ведь ради вас на все готова. Но ведь вы, Сергей Константинович, сами об этом прекрасно знаете. Дарья Дмитриевна, я попрошу вас впредь быть более сдержанной. Иван Ильич. Что вы здесь делаете? Нетрудно догадаться, я жду вас. Дарья Дмитриевна, много думал о том, что я застал врасплох мое признание. Застал вас врасплох, вы не были готовы к этому разговору. Теперь вы решили отказаться от вашего предложения. Другое. Я не хочу мучить вас. Чувствуйте себя абсолютно свободной. Я со своей любовью справлюсь сам. Правда. Ты слышал? Я не могу поверить. Поверь. Ты меня пожалела, сознайся. Сознаюсь, я себя пожалела. Но ты вела себя как чужая. Все помнила об этой Лизе Расторгуевой. Забудь о ней. Забыла. Правда забыла? Неправда. Всю жизнь тебя буду попрекать и ревновать. Целоваться на улице ужасно. Чудовищно. Достало что-нибудь? Нет. Я не ел 2 дня. Может быть, картошка есть у нас хотя бы? Купила бы, если бы было на что. Ты же всю пенсию потратила на бочонок с вином. Могу сбегать к соседям, поменять вино на картошку.
Господи! Как же скучно! Зачем меня тогда не убило? Почему ты так себя не любишь? Должна же быть хоть какая-то причина. Ой, только не надо мне про любовь ничего чирикать, ладно? С некоторых пор мне на нее вообще начхать. Зачем тогда женился на мне? А чтобы вина было кому налить. На вот на ней. Ну давай. Заодно расскажи мне ты, какого черта за меня вышла. А? От отчаяния. От отчаяния, господи, какая причина-то у нас. Как благородная, достойная. Так будешь кормить меня или нет? Кормила бы, но нечем. Нечем. Ну что ж, нечем так нечем. Тогда пойду. Пойду ограблю кого-нибудь. С ума сошел? Грабят же государство друг друга. А? Только нет, словами это называют красивыми. А я чем хуже? А? Не, на фронте погибали. Чтоб Австрии Галицию забрать по праву сильного. Потому что тигр берет то, что он хочет. Это закон джунглей. Единственный верный закон выживания. Прибери здесь. Девочка. Перестелила белье в палате? Да. Сама? Да. Почему же мне ничего не сказал? Испугалась? Ты у меня трусливая. Эй, любезный, че надо? Денег. Я калека, мне подаю. Ты чего? Пересчитай. Что это? Деньги пересчитай. Сколько там? 137 рублей. Пойдешь на рынок, купишь еды. Полей мне. Страшно. Нет. Я знал, что мне повезло с женой.
Маркуша, мы пришли. Ничего не понимаю. Марфуша должна была накрыть на стол. Странно. Марфуша! 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 Что случилось опять? Марфуша, я с тобой разговариваю. Царя арестовали. С чего ты взяла? На рынке слышала. Говорят, Корнилов генерал велел, и всю царскую семью арестовали. Если так, то это очень жаль, но ведь у нас свадьба, Марфуша, ты же знаешь. Знаю. И продукты все купила, какие смогла, только приготовить ничего не успела. Ну так сейчас приготовь. Нет, я сейчас на митинг пойду за царя-батюшку. Сердце у меня за него болит. Чего? А вы, если хочете, увольте меня. Ты дура, что ли, совсем? Может, и дура, но на митинг все равно пойду. Уж простите, барыня. Ну, дура, точно. О, шампанское. В старые добрые времена. Я его привезла из Парижа. Загадала, что выпью в самый счастливый день. Этот день настал. По сути, что нужно человеку для счастья? Что? Свобода, любовь, свет. Когда я был в плену, я осознал всю ценность свободы. А сейчас я понимаю, что этого мало. Мне мало. Что мне нужно жить ради кого-то. Я нашел ради кого. Вся моя жизнь без остатка принадлежит тебе, Даша. Берегите ее, Иван Ильич. Это самое дорогое, что у меня есть. И у меня тоже. Здесь мы с вами сходимся. Ура. Барыня, ежели вы меня уволили, так я вещички заберу и пойду. Куда же ты пойдешь? А куда глаза глядят, туда и пойду. Дура ты, Марфуша. Как есть дура, барыня. На митинге-то людей видимо-невидимо. Все орут. А чего орут, не поймешь. Только и слышно: долой, долой. А царя-то батюшку никому и не жалко. Все, иди к себе. Отдыхай. Рос этот здесь обуславливался прежде всего. Ладно, привезли, смотри. Побежали встречать. Вон в окопах, в австрияку. Батюшки, проще. Он самый. Здравствуйте, голубчик. Ну, что тут у вас? Как? Солдаты бузят.
Братаются с австрияками. Ах, мерзавцы. Это правда, что царь отрекся? Правда. Отрекся, да. И арестован. Министры тоже арестованы. Вся власть перешла к временному правительству. Немыслимо. Мы тут воюем за царя и за отечество. Ну что ж, теперь придется воевать. Только за отечество. Солдаты! Вот что мне хотелось бы вам сказать. Вы раньше были кем? Совершенно правильно. Вы были нижними чинами. Лучше бы ему заткнуться и домой пойти. Бессловесным стадом, что? Которое Ничего. Царская ставка бросала на убой. Вас секли за провидности и расстреливали без суда. Вот. А теперь, солдат, вы равноправные граждане государства российского. Да, я комиссар армии Западного фронта. Секундочку, должен сообщить вам следующее. Теперь нет никакого различия между солдатами и командующим армией. Совершенно верно. Отдача чести офицерскому чину отменяется навсегда. Да, вы можете, пожалуйста, пожать руку генералу. Здравствуйте. Вы можете пожать руку генералу. Ну, пожалуйста, если вам охота. И в заключение главное. Раньше война велась царским правительством. Теперь она ведется народом. То есть вами. Я поздравляю вас, солдаты, с величайшим завоеванием революции. А с австрийцем замеряться когда? Ну, дружочек. Было сколько я буду давать на человека. И в отпуска когда? Было, что у вас там про это сказано? В отпуска, это, в общем, частности, на которые я готов, в общем, ответить Господин на все ваши военный комиссар, в порядке слова. Вы нам тут сладко говорили. Мы сладко слушали. Но только теперь на мой вопрос ответьте. Да, пожалуйста. То есть получил я письмо из деревни. Кровенка моя сдохла, сам я безлошадный, хозяйка с детьми по миру пошла. Хорошо. Имею я теперь право домой воротиться, а? Вот что я тебе скажу. Потише, пожалуйста. Вот что я тебе скажу. Если твое личное благо дороже свободы, пожалуйста, ты можешь предать Россию, как Иуда. Дезертируй! Но Россия... Просит тебя в лицо. Ты недостоин. Я недостоин. Это ужасно несправедливо, Катя. Это я во всем виновата. Но в чем же ты виновата, милая моя? Я влюбилась в Рощина и день и ночь о нем думала, и о Коле не вспоминала. А теперь Рощин везет его тело для похорон. Я забыла о муже Даше. И его больше нет. Моя жизнь кончена. Катя, и никакое иное счастье невозможно. Катенька, ну что ты такое говоришь? Ну что ты такое говоришь? Ну, успокойся.
Успокойся. Успокойся, Катя. Екатерина Дмитриевна, от имени России и революции позвольте выразить неутешные сожаления о безвременно ушедшем борце за идею. При чем здесь революция? Вы ведь с Николаем были друзьями. Николай Иванович пал, защищая интересы народа. Его геройскую гибель мы не забудем. Волнуйся, я держусь. Я извиняюсь, гражданочка, посторонись чутка. Товарищи, сегодня мы прощаемся со славным сыном революции Николаем Ивановичем Смоковниковым. Он был альбатросом, погибшим в пучине военного хаоса, и через всю свою жизнь пронес горящий факел революционных идей. Николай Иванович был подвижником демократических преобразований, которые наша партия, товарищи, проводит в жизнь. Не молчите же, наконец. Здесь не митинг. Минуту, гражданка. Наша аграрная политика, товарищи, станет залогом процветания нации. Наша партия намерена решительно бороться с оппортунистами. Мы выступаем за укрепление народной власти, за светлое будущее нашей державы, за мировую революцию и процветание всего человечества. Все, спасибо. Дальше я сам. Ну, пойдемте. Екатерина Викторовна, я скоро уезжаю на фронт. Но пока здесь, и если вам понадобится моя помощь... Спасибо, не надо. Я понимаю, уважаю ваши чувства, но прошу вас дать возможность мне вам помочь. Никто не сможет мне помочь. Никто не сможет загладить мою вину перед Николаем. Давайте еще раз помянем. Царствие небесное ему представленному. Спасибо. Здесь теперь, наверное, страшно будет. Такая огромная квартира. И я в ней одна. Кать, переезжай к нам, а? Иван, ты же не против? Конечно, нет. Не хочу путаться у вас под ногами. Ты что ты такое говоришь, а? Бог с тобой, Кать. В самом деле, Катерина Дмитриевна, у нас две комнаты пустуют. Всем места хватит. Я подумала. Простите, ради бога, хочу побыть одна, Дашенька.
Живой. И ты сможешь? Если бы мог, не сидел бы здесь. Понял. Зажми меня, беги. Всякие. Про пары ты твои ноги. Еще бегать будешь. Еще бегать будешь. Еще бегать будешь. Марфуша, Марфуша, у меня сейчас денег нет, но я с тобой вечером рассчитаюсь. Обед не готовь. А на ужин я сама что-нибудь принесу и пряников твоих любимых куплю. Так мне бы, Екатерина Дмитриевна, только уехать к себе в деревню. Мне и денег-то только на билет. Страшно мне здесь, барыня. Кругом грабежи, стекла бьют. Девку в подворотне поганят. И страшно, и тошно. Поняла. Ну, это неинтересно. Не сомневайтесь, они настоящие. Да, я вижу, это уральские изумруды. Они в хорошем состоянии, но много я вам за них не дам. Кому нужны сейчас изумруды? Людям еда нужна. 45 рублей. Но это же очень мало. Поверьте, по нынешним временам это хорошая цена. Брать будете? Да. Что у вас? Взгляните, пожалуйста. Пустите. Украли! Ой, барыня, напугали меня, чуть все не выронила. Это ничего, Марфуша. Это ерунда. Вот я тебе пряников не купила, это да. Да бог с ними, с пряниками. Мне бы вот только денег на билет, да и уехать отсель. На, держи. Продашь на вырученные деньги, купишь билет. Но ведь это нехорошо продавать обручальное кольцо.
Тем более чужое. Может, и нехорошо. Но если другого выхода нет, простительно. Катюш, я тебя прошу, не нужно продавать никакую квартиру. Просто живи с нами, и все. Даша, я не могу свалиться вам на голову без копейки денег. Иван справится. Береги его. Добрый день. Добрый. Тем более, ты сейчас не одна. Ванечка, что случилось? Все хорошо? Завод закрыт. Всех увольняют, и меня уволили. Господи, да как же мы будем-то теперь? Ну, ничего, руки, ноги есть, я что-нибудь придумаю. Я умоляю вас, не беспокойтесь о деньгах. Квартира вот-вот будет продана. Спасибо за заботу, Катюша. Ну что, я не смогу нас обеспечить. Оставь, пожалуйста, эти деньги себе, они тебе еще понадобятся. Да и не понадобятся мне деньги. Моя жизнь кончена, мне ничего больше не будет. Катя. Все. Ну, что за разговоры? Обедать? Что за разговоры? Давайте обедать. Да? Ну, что там, Вадим Петрович? Еще ждем? Куда? А ну назад! А ну стоять, мерзавцы! Назад! Куда? Получается, мы сдались. Нет, Вадим Петрович, мы не сдались. Мы проиграли, а это не одно и то же. Ваш Валерий, давайте разговоры, по вам разговаривать будете. Пока атака не началась. Здравствуйте. Екатерина Дмитриевна. Вадим Петрович. Я пришел узнать, как вы, Екатерина Дмитриевна. Я съезжаю с квартиры. Еще немного, и мы бы разминулись. Я нашел бы вас везде. Все эти дни после нашей последней встречи я думаю только о вас. Вы единственная, яркая и жизненная точка во всем этом бессветном мраке. Я жил надеждой увидеть вас, вот теперь я здесь. Единственное, чего я желаю больше всего, чтобы мы с вами не расставались. И я желаю этого. Мы можем с вами видеться. Я теперь живу на квартире у Телегина, мужа Даши. Приходите к нам. Удобно ли это? Удобно. Он славный человек. Приходите. Если можно, завтра. В 7 часов. Я буду ждать. Oh!
только с фронта, я правильно понимаю? Так точно. Скоро ли назад? Никогда. Я подал рапорт об увольнении. Вы уволились из армии? Армии более не существует. Солдат бросил винтовку, и заставить его воевать совершенно невозможно. Фронт бежит, Великая Россия перестала существовать. Уйти из армии для меня сейчас равносильно пуле в лоб. Но все же это лучше, чем полное бессилие перед надвигающейся катастрофой. У нас где-то был спирт. Простите меня, простите. Да, в ящичке вверху справа. Нам я спирта принес. Ну что ж, отметим. За вас. За нас.